мы, друзья, на небольшой ферме с вами находимся. Вот там нужно туда дальше, там океан. Там, где уже ничего не видно, там океан. А здесь маленькая фермочка. Это мы на территории города Санта-Крус. Вообще тут очень много зеленюшек всяких, но в данном случае мы хотели клубнички органической. И вот нам обещали дать грядку, где еще не хоженно. Вот, видите, у людей растет. Я не знаю, это на продажу или так, так, для красоты. Вот, сейчас мы покажем. Сегодня тут все сертифицирует. Органическое. Вот. Тут у них вареница. Гитарка. В общем, такой вот сыроюшка такая, очень, очень колоритно все, очень прикольно. А вот смотрите у них. Чем торгуем? Клубничка. $3 килограмм или 2 за 5 килограмм за корзину. Морковка, там $2 фунт. Kale. Why is the kale is Russian? Anyway, we're going to join the Grange because they're showing a lot of... So guys, why you say kale is Russian? That's just what they call it is Russian. Okay, so there's nothing Russian in it, just the name. Red Russian. It's one of the strains of kale that came from Russia. It's the red in color one. Okay. But it's... There's white Russian there also. If you're a white Russian. And there's a campground that is cheap. It's very, very... Ну что, пошли по полю. Нам тут дадут корзиночки. И мы не ожидали, что мы пойдем собирать что-то. Просто мы мимо ехали. И думаем, надо же, так обычно далеко приходится ехать куда-нибудь на этот Юпик, чтобы самому что-то такое подобрать. Свет, а что это? Вот это, что это? Вот это. Не знаю. Я не знаю, на ромашку похоже какой-то. Это похоже на укроп. Ой, ты уточки. Ты смотри, какие. Ути, ути, ути. Ты смотри, какие. Или это гуси? Это утки. Это утки. Да ты, господи. Слушай, тут какие красивые вот эти из горшков. Или это не горшки? Это керамика. Ну да, ну керамика, но там... Ну такая овощная тематика в этой керамике. Ну это они красоту поставили, это специально сделано. Да, это похоже на васильки. Ну, какие красивые полевые цветочки. Да. Вот, а это явно не полевая. Написано Sweet William. Вот думай теперь, что бы это значило. Цветы, я думаю, что тут можно резать и купить букеты. Ага. То есть вот они так продают. Вот так, значит, местные колхозники, друзья. Да, ведут хозяйство. Это фермерское хозяйство. Фермерское, да. Боже, кто? Это пугало американское, Свет. Да? Друзья, это американское пугало. Чтоб я так жил, давайте я его сниму сзади, как оно выглядит. Вот так оно выглядит, американское пугало. Вся правда об американском пугале на нашем канале. Так, а здесь прямо как болото какое-то, слушайте. Вода зеленая, это, наверное, колодец какой-то. Там видно, растут растения. Лягушечка. Да, да, друзья, да. Все об американском пугале. Не такое уж оно и страшное. Это американское пугало. Кашка, хорошо. Нам было сказано дойти вот до этого забора. И там должна быть крупная... клубника. Корзиночки где-то должны быть тут, я не знаю. А вот они, корзиночки, вот они. Вот они, корзиночки, друзья. Все тут есть. Пожалуйста. Вот они, корзиночки. Вот такие маленькие. Ну, Света, корзиночка маленькая, а $3 стоит. $3 одна корзиночка? Да. А вот там лучок, я вижу. Ну, давай я пройдусь. Раз мы на ферму попали, к местному фермеру. Хочется сказать, колхознику. Но это будет грубым искажением экономической реальности. Вот у него капустка тут. Ну, наверное, это лук. Ну да, вот у него написано Mix Onion. Да. Боже. Брокколи. Написано, что брокколи. И леттис. Окей. Так. Давно, друзья, не приходилось. А вот это кейл.
бывать на таком вот месте. Пожалуйста, вот это кейл. Кейл является одним из двух самых полезных растений по количеству того, чего в нем замечательного есть. Брокколи цыганская. Вот. А вот мелкая клубничка. Видите, клубничка, но мелкая. Такая она мелкая. Вы можете посмотреть, она мелкая. Нам сказали на мелкую. Сказали, можете не ходить. Вон, там еще один страшила. Смотрите-ка. Вот он какой страшила. Да. Не каждый страшила, друзья, попадет в изумрудный город. Это я вам гарантирую. Жизненный опыт не проведешь. Может показаться, друзья, что вот на грядке что-то скушать можно и не платить $3. Но дело в том, что пыльное оно очень. Но вот как такое есть? Вот я не знаю. Пылючное. Так. Да, они говорят, кушайте сколько хотите, говорит, на грядке, кушайте. Света, если бы мы были с тобой более опытными сборщиками, мы бы принесли, да, воды в бутылочке. Собственно, у нас даже... Есть вода. У нас есть вода в машине, но мы уже так, ладно, не будем употреблять. Хочется, хочется. О, ты красавица. Так, а что ты столько показываешь? Сними, только не отрывай. Нет, послушай, вот так вот, да. Вот под самый корешок. Но... Под самый корешок. Оп. Вот она, друзья, под самый корешок. Органическая, да. Органическая. Это тут их вообще на $3, конечно, очень. Два пакетика $5. Значит, две корзиночки. Значит, у нас вот получилось на десятку вот столько клубники. И тут еще из бейкери, тут местный, хлеб бесплатно раздают. Я не знаю, чего они его раздают бесплатно. И он, слушай, он хороший, мягкий хлеб. Ну, говорят, берите сколько хотите, но возьмем одну. Одну нам много не надо. Одну много нам не надо. Вот, друзья, клубника и хлеб. А куда нам мешочек? Это вместо классического хлеба и зрелищ. Да. Вот, зрелище мы сами себе узнаем. Ну, хорошая булка. Хорошая свежая. Булка, шикарно. Все. Я просто мешочек в ее положить. А сейчас возьмем мешочек. Давай. Все, друзья, едем домой.